Хочу сделать свой прогноз на матч российской ФНЛ между Химками и Нефтехимиком. Этот матч играется 18 августа в 17:00 по Москве. Ну, что можно сказать о командах? Ну, по классу это несопоставимые команды. Химки это намного круче. По игрокам, по игре и по атаке. Химки очень много забивают, очень много. Вот, и в прошлом матче, допустим, Химки не забили в Томске. Ну, это скорее нонсенс, да. Скорее всего, с Нефтехимиком, Химки отгрузят очень много мячей. Да, всем трешку. Я там прогнозирую счет где-то 3-0. Вот. Нефтехимик, он... Слушайте, ну, это средняя команда. Средняя команда, можно сказать, даже слишком средняя, да. Может, даже они за вылет ФНЛ будут бороться. Как бы не вылететь, пока у них идет, но я думаю, в дальнейшем не будет. Еще такой аспект, нужно понимать, что Химки очень плотно работают с судьями. Очень плотно, это абсолютно точно, но ФНЛ он всегда был такой. Ну и в-третьих, там тренер Талалаев, такой полубандитский человек, со своими связями. Вот. Вот из всего этого я хочу сделать всего один прогноз на этот матч. Он очень простой. Это просто победа Химки за коэффициент 1.48. Этот коэффициент я нашел в букмекерской компании BetCity. Там и поставил свой прогноз. Повторяю свой прогноз на этот матч. Это победа Химки. Обычная победа. Без каких-либо форм. Просто победа за коэффициент 1.48. Не знаю, возможно, там будет 2-0, может 3-0. Но я не хочу все это ворошить. Я абсолютно уверен в победе Химки. Потому что после Томска нулевой ничей они уже отстают от ротора. А им нужно выходить в ФНЛ. У них задача стоит в этом году ФНЛ. А у них борьба и с торпедо, и с ротором. И нельзя терять очки. Особенно с Нефтехимиком. Вот поэтому мой прогноз на этот матч — победа Химки за коэффициент 1.48. Повторяю, это лишь мое мнение. Это мой прогноз. У вас могут быть абсолютно другие мысли. Я не заставляю вас ставить ставки. Тем более тратить свои деньги. Вот. Ждем матч. Он начнется 18 августа в 17:00 по Москве. И болеем за свои команды. Всем пока.